Проктофест 2024. Международная практическая школа «Тренды и традиции в оперативной проктологии. Версия 7.0» проходила 13 и 14 сентября в Москве. Уже более 100 тысяч людей посмотрели предыдущие наши проктофесты. Я уверен, что и это 7-е мероприятие будет важным. Оно также соберет большое количество просмотров, потому что мы разбираем совершенно разные состояния, но все они очень важны практике врача. Мы рассказываем не только, как лечить именно проктологические патологии, но мы пригласили смежников, у нас и гастроэнтерологи, и гинекологи, и урологи, и вообще специалисты, которые занимаются проблематикой, которая так часто встречается на приемах врачей. Цель конференции – образование, повышение уровня понимания ситуации в проктологии, смежных заболеваниях, для того, чтобы лечить наших пациентов на современном, на очень таком хорошем уровне, чтобы страдания человеческие были меньше. Ежегодная международная конференция «Проктофест» – это уникальное мероприятие, на котором вы можете посмотреть, как лучшие специалисты колопроктологи и лучшие специалисты других смежных профессий обсуждают актуальные проблемы колопроктологии и обсуждают их не с теоретической точки зрения, а именно с практической, через призму своего опыта, а у каждого он уникальный, и мы этим опытом делимся, конечно же, с вами, наши дорогие зрители. У нас, как всегда, классные лекторы, супер-классные докладчики, очень интересные темы, которые будут полезны любому практикующему хирургу, колопроктологу. Мы находимся на конференции, которая сконцентрирована по теме колопроктологии, хирургии кишки, но гастроэнтерологи тоже должны работать, сообщать вместе с колопроктологами, только так мы добьемся лучших результатов для наших пациентов. Как всегда, очень познавательные доклады. Международные спикеры взяли все темы от азов до всяких мелких фишечек, касающихся тонкости работы практиков. Во второй день конференции на секции, посвященной сложным клиническим случаям, были затронуты вопросы клинической фармакологии. У нас фармакокинетика разбора препаратов для лечения геморроидальной болезни, инфекции у нас в колопроктологии, соответственно, хирургия проктологических заболеваний. Обсуждали, что определяет выбор лекарственного препарата в зависимости от конкретной клинической ситуации. Каким выводом мы пришли? Мы пришли к выводу о том, что кровоостанавливающие, противовоспалительные, противоотечные, противозудные эффекты лекарственных препаратов во многом зависят от того, какие активные молекулы используются. Очень важны дозы, очень важна кратность и длительность приема. А в рамках диалога между специалистами по лекарственному лечению онкологических заболеваний и практикующими колопроктологами был рассмотрен редкий случай тяжелого аутоиммунного колита, который возник на противоопухолевой терапии. Только благодаря совместной работе врача, химиотерапевта и колопроктолога жизнь пациента была спасена. Подобные примеры говорят о важности практического взаимодействия между врачами разных специальностей, о том, как важно показывать коллегам, особенно из других областей медицины, значение командной работы, значение сегодняшней школы для меня очень высоко. Отдельная секция на Проктофесте 2024 была посвящена вопросам юридической безопасности. На мой взгляд, такие конференции, юридические секции подобного рода конференций крайне необходимы, поскольку они позволяют ответить на большинство вопросов, которые вызывают, соответственно, у медицинских работников, связанных с правовыми аспектами их профессиональной деятельности. Мы, практикующие юристы, я и мои коллеги, стараемся давать как можно больше технических советов и рассказывать о основных тенденциях правоприменения и, соответственно, тем самым повышать правовую грамотность медицинских работников. Лично я в своем выступлении рассказал и дал практические советы, как вести себя врачу, который стал субъектом уголовного преследования в рамках проведения процессуальной проверки и расследования в отношении уголовного дела, а также как построить свою позицию руководству юристов медицинской организации, если в отношении них был подан иск в суд общей юрисдикции пациентам, либо его родственникам. Особая гордость мероприятия для его организаторов – секция, включающая трансляции из операционных, с наглядной демонстрацией как инновационных, так и классических технологий. Эта часть программы «Проктофеста» традиционно называется «Живая хирургия».